300-летие отмечает сегодня российская полиция. В этот день на здании УМВД России по Ненецкому округу торжественно открыли мемориальную доску Николая Анатольевича Окладникова, внесшему значительный вклад в укрепление правопорядка и в культурное наследие Ненецкого края. Мемориальную доску Николая Окладникова расположили на здании, где он трудился 20 лет. Служил в органах МВД в должностях следователя, заместителя начальника, а с января 1970 по ноябрь 1978 года начальником отдела внутренних дел. Коллеги вспоминают Николая Анатольевича как грамотного и инициативного руководителя, который принимал меры по организации личного состава на борьбу с уголовной преступностью. Этот памятный знак в честь Николая Анатольевича является для нас символом служения Родине. Он вновь и вновь будет напоминать нам о лучших сынах Отечества, эталонах порядочности, доброты и заботы. Мы чтим память подполковника милиции Окладникова Николая Анатольевича, начальника отдела милиции Ненецкого округосполкома. Николай Окладников стал не только заслуженным работником Министерства внутренних дел, но и известным краеведом, автором 14 книг. Выехав за пределы округа, он остался с Ненецким округом и продолжил изучение историю Печорского края, пустозерье, старое обрядчество. Им написано немало очерков. На открытии мемориальной доски присутствовал и сын Николая Окладникова, Анатолий, который поблагодарил управление и совет ветеранов за проявленную инициативу открытия доски. Благодарю всех, кто здесь присутствует, за то, что пришли почтить память, вспомнить замечательного человека. Ну и пользуясь случаем, хочу поздравить всех сотрудников внутренних дел с 300-летним звания полиции России. Ну и еще символично, что мемориальную доску открывает в год 90-летия Николая Анатольевича Окладникова. Благодарю вас всех за... Спасибо. Николай Окладников ушел из жизни 10 ноября 2014 года в возрасте 85 лет. Его память почтили минутой молчания. Анастасия Сабатович, Александр Бобрякович, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».